24 сентября на город обрушился ураганный ветер, нанесший значительный урон. Ударом стихии было повалено более 150 деревьев, разбито множество заборов, повреждены крыши 72 домов, оборваны 150 линий электропередач. Всю неделю, начиная с прошлой среды, коммунальными службами города устранялись последствия ураганного ветра. Тремя бригадами разъезжали по определенным маршрутам движения общественного транспорта, распиливали те ветки и деревья, которые падали на проезжую часть. И фактически где-то к 12 ночи мы уже полностью убрали с проезжей части все эти деревья, которые упали. Сегодня на территории города проводится валка и обрезка деревьев с последующим вывозом порубочных остатков, а также очистка земель от мусора, листьев и веток. Задействовано порядка 80 предприятий и организаций всех форм собственности, а также 21 единица техники. По данным УЖКХ, сегодня в уборочных работах приняли участие около 2000 человек.